Православный молодежный образовательный форум «Добролето. Территория веры» пройдет с 15 по 22 июля на Благовещенском поле. Он проводится в Сергиевом Посаде в третий раз. В этом году площадка объединит два мероприятия – молодежный форум «Добролето» и Евразийский форум казачьей молодежи «Казачье единство». В мероприятии примут участие около 1000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Участники «Добролета» примут участие в праздничной литургии в честь памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля. Службу проведет патриарх Кирилл.